Продуманное функциональное рабочее пространство для сотрудников, комфортные условия для населения. Все это стало возможным благодаря открытию нового административного здания Жабинковского района газоснабжения унитарного предприятия «Брест-Облгаз». Для нас важно, чтобы весь спектр услуг, который входит в нашу компетенцию, был доступен всем нашим потребителям и клиентам в любых городах и населенных пунктах нашей страны. И то, что вот мы сегодня ввели производственную базу современную в Жабинковском районе, как раз показывает, что мы на правильном пути, и сегодня любой желающий может прийти сюда и получить весь спектр оказываемых нами услуг. В систему газоснабжения Жабинковского района входит 94 сельских населенных пункта, в том числе 8 агрогородков и сам город Жабинка. Современное, доступное и безопасное предоставление услуг населению – одна из важнейших задач, которые ставит перед собой руководство района. Не менее важна поэтапная модернизация и расширение инфраструктуры города-спутника. Буквально в начале года мы открыли совершенно новое современное здание нашего суда. Месяц назад мы открыли первый 9-этажный дом, ввели в эксплуатацию. Буквально через несколько недель мы откроем новый детский сад, распахнет свои двери, тоже современный, красивый. Также на данной улице находится ПМК-19, который, в принципе, тоже является нашей визитной карточкой, у которой имеется очень серьезный музей, который, в принципе, в Республике Беларусь мы могли бы даже еще и посоревноваться с кем-то, у кого лучше. Также идет окончание реконструкции нашего моста через реку Жабинка. Конечно, это административное здание очередное стало украшение нашей одной из улиц, улицы Мира, которая позволит прежде всего оказывать качественные услуги по газоснабжению. Теперь качественные услуги станут еще ближе и доступнее для каждого. После торжественной части гости оценили масштаб проделанной работы. На первом этаже посетители ожидают центр обслуживания населения. Электронная очередь, комфортные зоны ожидания для клиентов, бесплатный Wi-Fi и, самое важное, высококвалифицированный персонал. В вопросах получения качественного сервиса мелочей не бывает. Центр обслуживания населения – это объединение, которое оказывает комплекс услуг, улучшает комфорт и качество обслуживания населения. В нашем центре мы не только перезаключаем договор на газоснабжение, на техническое обслуживание в связи с вступлением в силу новых правил пользования газом в быту, также мы и принимаем заявления на монтаж, перемонтаж, на демонтаж газового оборудования, перезаключаем договор с населением, которое приобрели жилье, либо получили в наследство, смену собственника оформляем, льготы и субсидированные тарифы. А в холле для удобства посетителя расположена вот такая интерактивная панель, где размещена и систематизирована самая различная информация, начиная от законодательной до услуг интернет-магазина предприятия. Реконструкция позволила организовать отдельное помещение для приема пищи сотрудников, полноценное оснащенное оборудованием архив, помещение для проведения совещаний и актовый зал. Объект оборудован современными мультимедийными приборами и программными комплексами, системой видеонаблюдения и безбарьерной средой. Стоит отметить, что подобный современный многопрофильный центр в Брестском регионе уже не первый. Подобные объекты есть в Пинске, Барановичах, Кобрине и, конечно, в областном центре. Это указывает на то, что отрасль развивается, идет в ногу со временем и навстречу потребителю. Людмила Лагодич, Эдуард Бакунович, Юрий Лимонтович, телекомпания «Бук ТВ».